20, 50 и 70 – сразу три круглые даты и один творческий вечер. В эти дни поздравления принимает заслуженный артист Самарской области Геннадий Дмитриевич Матюхин. А разносторонние личности юбиляра Екатерина Алексеева. Актер, режиссер, педагог, мастер художественного слова, создатель литературного центра. И все это один человек – Геннадий Дмитриевич Матюхин. За полувековой стаж работы в разное время возглавлял творческие коллективы. Сам выступал на сцене и серьезно занимался краеведением. Мне в любых амплуа комфортно. Исполнителя, режиссера. Если я занимаюсь только творчеством и какое-то время не занимаюсь административной работой, я начинаю скучать. Если я только занимаюсь административной работой, то я тоже скучать начинаю по творчеству. 20 лет назад он создал литературный центр Василия Шукшина. Сегодня это 14 областных отделений и 30 представительств. В свои 70 он полон сил и открыт для новых проектов. Он помогает нам в проведении наших мероприятий для ветеранов. И очень тесные контакты, мы его любим. И я думаю, что хотелось пожелать ему успехов и в творческих, здоровья, чтобы все продолжалось в таком же духе. Коллеги юбиляра приготовили музыкальное поздравление. Вместе с Геннадием Дмитриевичем служили в ансамбле песни пляски «Краснознамена Приволжского военного округа». Хочется ему пожелать крепкого-крепкого здоровья, благополучия его семье, всего самого доброго. За многолетний труд на благо региона 7 декабря 2015 года Геннадию Дмитриевичу присвоено звание «Заслуженный артист Самарской области». Екатерина Алексеева, Андрей Авдеев. Новости губернии.